В эфире телекомпании «Город», программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Хотел заработать денег, а получилось уголовный срок. Задержан наркокурьер из Таджикистана. Настоящие пацаны, как в университете МВД, из детей улиц делают спортсменов и просто хороших людей. Ключ на старт. Рязанские мотоциклисты официально открыли мотосезон 2016. Продолжает приносить свои плоды акция «Вместе против наркотиков». Задержан очередной курьер, на этот раз житель Республики Татарстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне Дашково-Песочни города Рязани сотрудники регионального подразделения по контролю за оборотов наркотиков МВД России остановили автомобиль «Лада Калина», в котором находился 22-летний житель Казани. При обследовании салона оперативники обнаружили коробку с порошкообразным веществом внутри. Согласно лабораторному исследованию, изъятый препарат оказался сильно действующим наркотическим средством массой 300 граммов. А что в машине? Значит, 300 грамм наркотических веществ. Каких? Откуда они взялись? Заработать решил. Есть подозрение, что задержанный молодой человек является лишь звеном преступной группы, осуществляющей сбыт наркотиков через интернет на территории нескольких регионов России. Уголовный срок будет уже вторым в биографии наркокурьера. В 1983 году режиссер Динара Асанова сняла замечательный фильм «Пацаны», не потерявший своей актуальности и по сей день. В нем как раз поднимается вопрос воспитания трудных подростков, которые не нужны ни родителям, ни государству. Именно улица и в наше время остается тем информатором, который не считается ни с возрастом, ни с полом, ни с чувствительностью и ранимостью детской души. Ее реалии грубые и циничны, но привлекают ребят ощущением независимости. Ребенок слишком поздно понимает, что за взрослые поступки и платить придется по-взрослому. За 2015 год в Рязанской области совершено около 270 преступлений несовершеннолетними только. Легко сказать «не делай плохо» и, удовлетворенно выслушав ответ «больше не буду», спокойно отойти в сторону. Труднее добиться, чтобы желание жить по совести стало естественным для воспитанника. То есть найти тот самый ключ без правопередачи к сердцам своих подопечных. Во все времена и при любом строе система работы с трудными подростками держалась на энтузиастах. Это абсолютно бесплатная секция бокса, работает на базе рязанского филиала Московского университета МВД России. Сколько ни старайся, не получается навскидку определить, какое количество ребят из этой группы относится к категории трудновоспитуемых. Хорошо соединять и маленьких, и взрослых, для того, чтобы маленькие уже обращали внимание на взрослых и чему-то уже от них учились. В группе тренера Дениса Самохвалова на равных условиях занимаются и курсанты, и школьники. Объявления о наборе в секцию бокса регулярно появляются в окрестных учебных заведениях. В этих стенах аксиома только одна. Каждый ребенок может вырасти хорошим человеком, если до него будет кому-то дело. Многие приходят после того, как их кто-то где-то обидел, и они хотят научиться отвечать. Бывало, когда обзывают родители, и я не могу этого терпеть сразу. Кто-то скажет, зачем обучать и без того хулиганистую детвору драться с расчетом на победу. Боксерские поединки действительно смотрятся жестко, но в этом и главная соль. Ребят учат не нанести удар, а правильно уметь от него защищаться. Занятие боксом – это твоя физическая уверенность в себе. И, соответственно, чтобы ты мог постоять за себя, за свою семью, за свою страну. Бокс учит с самого раннего возраста такому понятию, как ответственность. Ответственность за, можно сказать, свое холодное оружие, за свои кулаки, за свои поступки. Потому что, когда боксер на улице, это уже, можно сказать, равенство холодному оружию. Из своих 18 лет почти 11 Мирослав Пешков занимается боксом. Сегодня не перечесть всех его титулов и наград. Он уверен, ринг – лучшее место для того, чтобы научиться контролировать эмоции и лишний раз не доставать клинок из ножен. Самые, наверное, главные медали – это с первенства Европы угрозами серебряной. Вот на этом, конечно, чемпионате сам запоминающийся момент был, когда перед финальным боем стоишь у ринга и играет гимн Российской Федерации. То есть очень сильнейшее вдохновение идет, и ты прям выходишь с подъемом на бой. И также вот эта вот медаль. Это первенство «Динамо» было в 2015 году в Рязанской области, город Касимов.
Убрать детей с улиц – задача титаническая. Даже во времена Советского Союза с его дворцами пионеров, бесплатными спортивными секциями и кружками юного техника это удавалось не всегда. Илье всего 12, но он тоже успел побыть непростым ребенком до того, как пришел сюда. Меня привел мой папа. Я увидел, как он боксировал. Он тоже занимался боксом, кикбоксингом на данный момент занимается. И мне захотелось самому попробовать. Илье было за что ударить боксерскую грушу. За ехидные насмешки сверстников, за раннюю потерю мамы, за обычные маленькие неудачи школьника его возраста. По словам специалистов, уже через полгода у ребят получается оставлять лишние эмоции в спортивном зале. Бокс меня научил дисциплине первым. Потом я стал лучше учиться, координация появилась. Всегда... Девчонки как смотрят, говори честно. Девчонки хорошо смотрят. Среди высоких пружинистых ребят сразу бросается в глаза бойкая девчушка, лихо орудующая кулаками. Аня почти вдвое меньше половины своих соперников, но чувствует себя вполне комфортно. В свои 9 она уверенно называет себя пацанкой и признается, что девчачьи забавы вроде танцев и кулинарии не для нее. То ли дело футбол с мальчишками. Ну, мы играли, вот, мне рассказал друг, что есть такая, секция бокс, вот, он говорит, ну, там, приходи на тренировки. Я пришла на тренировку, мне очень понравилось. С момента посещения секции, говорит Аня, желающих обидеть стало значительно меньше, если что, и приемы вспомнить может. Кто-то, может, обзовет, там, еще что-нибудь. Ты готова постоять за себя? Подростковое состояние человека является уникальным с точки зрения физиологии и психологии и не имеет аналогов в природе. До сих пор неизвестно точно, когда оно возникло и каково его эволюционное предназначение. Некоторые ученые полагают, что эти несколько лет необходимы для дополнительного развития головного мозга, другие, что время тратится на познание и установление социальных отношений. Одним словом, принципиально важно, чтобы в этот непростой момент юношеского максимализма и разочарований с ребятами находились хорошие наставники. Главное, чтобы они поняли, что такие секции, во-первых, дисциплинируют людей, во-вторых, они тут завязывают дружеские отношения с теми же, скажем так, людьми, которые не настроены на совершение каких-либо преступлений, правонарушений и тому подобное. Пусть идут заниматься к нам на бокс. Они их сразу научат на дисциплине и куда девать свои кулаки. По данным МВД России, сегодня в полиции служат более 14 тысяч сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и свыше 2 тысяч специалистов работают в центрах временного содержания малолетних правонарушителей. Профилактическая работа не заканчивается ни на минуту, в том числе и с родителями, которые редко интересуются, чем их ребенок занимается в свободное время. Но перевоспитать непоседливого подростка, который бесится от скуки, в разы проще, чем ребенка из неблагополучной семьи. В глазах маленьких хулиганов мир суров и несправедлив. Привлечь внимание взрослых они стараются по-своему, нарушая закон, заведомо зная, что судить их еще рано. Если честно, многие этим пользуются. Чтобы стать лучше, нужна альтернатива. Здесь ее предлагают. В распоряжении детей и подростков бесплатный зал, хорошие отношения и легендарный тренер, более 30 лет посвятивший боксу. Замечательный коллектив. Еще раз огромное, конечно, спасибо руководству института за открытый зал. Что в этом районе, в принципе, нет, мне кажется, ни одной секции. Ну, уже бокса это точно. То есть открыли зал и хорошего высокого уровня зал. То есть оборудование на высшем уровне. По всему миру немало примеров того, как непростые ребята шли по пути исправления и добивались больших высот в спорте. Если уж доказывать себе и другим, что ты чего-то стоишь, то делать это нужно с честью и достоинством. Да здравствует рев моторов и свежий ветер! 7 мая, когда радищики безудержно радовались изобретению Попова, члены Рязанского союза мотоциклистов отсчитывали первые километры под колесами своих железных коней. Натертые до блеска мотоциклы, сверкающие новизной аэрографией, привлекающие замысловатыми шлемами наездники, громко появились на публике, как и подобает главному гвоздю программы. We'll be right back.
Активисты байкерского движения говорят, что если бы их самих попросили составить типичный портрет современного байкера, им бы это не удалось. Это давно не рокеры, завидев которых под окнами старушки спешно вызывали милицию. Сегодня среди любителей езды на мотоциклах и врачи, и художники, и бизнесмены. Причем не все они обязательно являются членами клубов. Подавляющее большинство мотолюбителей – одиночки, для которых мотоцикл – стиль жизни и особая философия. Дочка Андрея Волькова, например, гордится, когда папа подъезжает к детскому садику на своем мотоцикле. Для меня это как наркотик. Болезнь, наверное. Я не знаю, как это объяснить, потому что я не представляю себя без мотоцикла. У Кирилла Буженина есть и автомобиль, и мотоцикл, и на всякий случай проездной. Любит время от времени менять транспорт и пейзаж за окном. Видимо, поэтому обкатывает туристические эндуро, способные преодолевать тысячи километров. Я очень люблю вообще водить, управлять и мотоциклом, и автомобилем. Это просто моя страсть, и я готов это делать непрерывно, круглосуточно, 7 дней в неделю. Это инжекторный двигатель, соответственно, 900 кубов объем, мощность 86 лошадиных сил, разгон до сотни 3,5 секунды, 3,5 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. Для представителей мотосообщества их двухколесный напарник сродни живому организму. Говорят, если после покупки техника сразу ломается, значит привыкает к новому хозяину и показывает нрав. В конце концов, на дороге лихой конь и водитель действительно одно целое. В нескольких сантиметрах над асфальтом жизнь пролетает острее. Ради того, чтобы почувствовать крылья за спиной, даже девушки меняют прически и шпильки на мотоциклетную экипировку. В основном, конечно, пропагандируем этот здоровый образ жизни, потому что сидеть у компьютера там и собирать какие-то лайки, или как это называется сейчас, я не очень понимаю. День прошел продуктивно. Обнимались, разговаривали, угощали друг друга полевой кухней и пробовали свои силы на сложных отрезках пути. Снова можно дышать полной грудью и наслаждаться дорогой. Почти все мы, жители Российской Федерации, являемся носителями микробактерий туберкулеза, с которыми борется наша иммунная система. И каждый родитель задумывается, насколько правомерно требование справки от фтизиатра с допуском ребенка в детское, дошкольное или учебное учреждение. Директора опасаются штрафов Роспотребнадзора, а мама и папа переживают, что их ребенок, наоборот, подхватит неприятную болячку. Сегодня в областной прокуратуре мы выяснили, что действия руководителей образовательных организаций правомерны. В соответствии с требованиями санитарных правил, которые действуют в настоящее время, дети, которые направлены были на прохождение туберкулинодиагностики, должны и не предоставили в течение одного месяца с момента пробы постановки в МАНТУ заключение фтизиатра об отсутствии заболевания у ребенка туберкулезом, не допускаются в детские образовательные организации. Если родители категорически против прививок, проба МАНТУ этой прививкой не является. Это является одним из методов выявления заболевания у детей на ранней стадии. И согласно требованиям законодательства, данное проведение туберкулинодиагностики не является медицинским вмешательством. Противоречат ли эти правила действующему законодательству? Не регулируют отношения, связанные с оказанием противотуберкулезной помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а также не предусматривает медицинского вмешательства без информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на такое вмешательство. Если родители не проводят все необходимые обследования своего ребенка, они ставят под угрозу жизнь и здоровье чужих детей. На самом деле тема эта довольно скользкая. Есть много примеров того, как родители, перечитывая свои права и обязанности, пытаются найти лазейки от перехода закона к медицине. В любом случае руководствоваться нужно не принципами, а исключительно здоровьем и безопасностью ребенка. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт город62.tv. Там по дате эфира можно найти любую программу наших журналистов. А у меня на сегодня все. До встречи через неделю.